Кое-кто сообщил нам по секрету, что Украина доблестно охраняет свое знамя в Павлополе. И ведь правда, на 30-метровой высоте, на ветру, гордо реет флаг. Но не сине-желтый, а новороссийский. В Павлополе укропов нет. Это наше опровержение. Да. Конечно, видно. Вот, увеличивать. Мы находимся в населенном пункте Павлополь, который был успешно нами занят. Повешен наш флаг. Новороссии подписанный. Все как положено. Чтобы, в принципе, не возникало сомнений, что это Павлополь. Сейчас. Памятник героям славы Великой Отечественной войны. Дом культуры Павлополя. Подрыжку сними крупным планом, подрыжку. И вот, Павлопольская сельская рада. Назад за Новозовский район. А дальше вон идут окопчики уже, укропчиков. Вон они. 300-500 метров. Все тут.